Здорово, чуваки! Вы на канале Squat Board Shop, мы в магазе Squat. И сегодня я вам хочу рассказать про доски Squat. Вот такие вот рыбки. У нас уже был обзор досок Squat. Там мы про них бегло рассказались. В чем прикол такой формы? Толскульный шейп. На таких досках катались раньше бати наши, которые делали скейтбординг. В чем, значит, прикол? Обычно у этой формы идет такое утолщение под переднюю ногу. Чтобы носиться по улице, ставить ногу, не глядя на доску, и ты в любом случае попал бы на передней ногой на доску. И вот такой вот квадратный тейл для щелчка, и сужение, вот такая талия для маневренности, и короткий ноуз, на котором, кстати, можно щелкнуть нолли. Вообще легко, изи. Я на такой доске, на таком шейпе прокатался все прошлое лето. Научился несколько трюков в больших радиусах. В общем, если вы хотите собрать себе прикольный какой-то... прикольный девайс, чтобы летать по улицам и в боулах, вот такая форма вам подойдет идеально. Они недорогие, у них крутое качество. Они не сухари, не винтовые, все с досками в порядке. Вот, это... На таких досках кататься в боуле и летать по улице, как мне кажется, приятнее, чем на досках обычной формы. Советую попробовать, сейчас это довольно модно, популярно. Народ выбирает себе разные необычные формы. Можно сделать какую-то креативную шкурку, поставить сюда пару рейлов. Будет у вас такой снаряд для гаски, вот, либо на мягких колесах, либо на жестких колесах в боуле. Также, чуваки, доски обладают просто пушечным дизайном, он великолепен. Смотрите, тут летает коптер, орел несет череп на фоне Москвы и надпись «Squat» в таком дыму и облаках. Как можно не влюбиться? Это же просто гениально. Качество хорошее, форма тоже прикольная, вот, зацените. У нас есть 3 или даже 4 такие доски. Если вы хотите, чтобы мы вам ее отправили, если вы хотите выиграть одну из этих досок, пишите комментарии со ссылкой на свою страницу ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, репостите видос из группы ВКонтакте, и мы разыграем эти доски в количестве нескольких штук. Рандомом выберем несколько победителей и отправим вот такие доски Squat. С вами был Squat Board Shop. До новых встреч!